Задача армейского спецназа военной разведки ГРУ входила ведение разведки в глубоком тылу противника, проведение диверсий, а также организация партизанской войны. Советские разведчики в одних только скрытых и бесшумных действиях, применяя холодное оружие и рукопашную борьбу, доставили в распоряжение командования Красной Армии не один десяток тысяч немецких солдат и офицеров. Наши разведчики успешно применяли рукопашный бой, приведение разведки всеми способами, ночью и днем, в поисках, засадах, в разведке боем, при действиях в неприятельском тылу. В годы Великой Отечественной войны наши разведчики действовали в рукопашном бою, в ночных поисках и засадах. В этих случаях рукопашные бои имели место в окопах, траншеях противника, на дорогах, тропах, у водоемов, в населенных пунктах, в отдельных помещениях среди разрушенных строений. Останавливаемся, постоянное перемещение, передвижение.